Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И я расскажу вам сегодня о кресле от компании Cybox. Это Solution S-Fix, iFix, точнее говоря. Здесь вот самый важный момент. Это обновленная моделька с приставкой i. Это кресло уже соответствует стандарту iSize. И, соответственно, уровень безопасности этого кресла теперь на очень-очень высоком уровне. И без i оно тоже очень хорошее. Просто новый стандарт, он настолько поднял планку требований, скажем так, безопасной перевозки детей в автомобиле, что кресла, соответствующие этому стандарту, они, ну, в априори по-любому являются очень хорошими и безопасными для ребенка. Поэтому мы с вами сегодня рассмотрим модельку именно iFix, Solution S iFix. Это категория 2-3 с 15 до 36 килограмм, где-то приблизительно 98-100 сантиметров от, я имею в виду, роста такого и до победного конца. Дальше уже вам ничего докупать не нужно будет. Здесь, видите, нет пятиточных ремней. Ребенок пристегивается уже штатным автомобильным ремнем. Сейчас я все покажу. О безопасности мы все уяснили. Очень безопасно. Можно доверять ребенка. Все, тему закрыли. Здесь все очень круто. А, кстати, одну систему еще забыл вам сказать. Вот классная штука. В iSize обязательное условие. Они начали проверять сбоку. Начали проверять на боковую безопасность, то бишь автомобили начали имитировать боковые ДТП. И чтобы эта система гашения энергии удара работала еще эффективнее, здесь стоит LSP-система. Это фирменная система от Cybox. А ее нужно активировать со стороны двери. Происходит ДТП, эта штука гасит энергию удара, потом только энергия удара переходит на сам каркас. Поэтому ее активируем обязательно. И, соответственно, тем самым увеличиваем заметно уровень безопасности при боковом ДТП. Вот. Что касается материалов, сразу давайте подмечу. Материалы у Cybox вот именно в этой линеечке не самые лучшие. У старших моделей есть материалы уже там Platinum серия, типа джинсы, такой прям классный, дорогой материал. Вот. Но и те кресла ощутимо дороже. Здесь же мы получаем абсолютно нормальную человеческую ткань, которая не раздражает. Да, чувствуется, что синтетика присутствует, но а где ее, как говорится, нет. Но тактильно абсолютно приятный материал. Кресло очень мягкое, ну действительно, прям здесь несколько сантиметров ход подушки, это мало где такое бывает, поэтому с этим все здесь отлично. Где лицо используется тот же самый материал, что и на самом кресле, поэтому здесь нет отдельно другого материала. Но повторюсь, он абсолютно нормальный, классный материал. Вот, что касается подголовника, здесь, кстати, интересная фишка есть. По глубине подголовник можно отрегулировать. Можно выдвинуть, можно задвинуть. Ребенок уснул, чтобы голова не висела, опрокинули глубже подголовник, и он просто облокотился и спит, если вдруг, да. Кстати, что касается сна, смотрите, здесь есть небольшой свободный ход спинки. Вот этого щелчка бояться не нужно. Вот, это нормальное состояние. Дальше вот. Чем этот щелчок опускать не нужно, это нам говорит о том, что дальше уже небезопасно. Вот смотрите, это так называемая гуляющая спинка, свободный ход у спинки. Она примет положение спинки автомобильного сидения, но злоупотреблять дальше еще, хруст дальше пойдет, но не нужно. Вот первый щелчок, и, соответственно, дальше уже ни к чему, можно просто спинку снять. Вот, поэтому с наклоном, в принципе, здесь абсолютно адекватная ситуация. В 2-3 категории, в 99 креслах вот такая система. Не по 90 градусов и хорошо. Это не кроватка, здесь искать каких-то положений лежа нельзя. И все потому, что здесь ребенок пристегивается не пятиточным ремнем, а автомобильным. И в случае, если мы, например, пристегнули, да, ребеночка, верхнюю часть ремня мы проводим в подголовнике. Давайте подниму повыше, чтобы вам было видно. Вот, в подголовнике есть направляющий. Туда засунули ремень и никогда его оттуда не достаем. Это не нужно. Обязательно ремень должен проходить здесь.
Пристегнули ребеночка, естественно, все нормально. Опускаем подголовник до того уровня, чтобы от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев и не меньше одного. Это как раз-таки и нужно для того, чтобы, если вы это вот не сделаете так, и ДТП произойдет, ремень обязательно попадет на горло. Поэтому есть направляющее, поэтому так и называется. Поэтому не пренебрегайте, обязательно этим пользуйтесь. И что касается наклона, почему я говорю вот не злоупотреблять, потому что если мы будем наклонять, ремень даже в направляющем сдвинется к горлу, поэтому вот в пределах норм можно, дальше нельзя. Вот многие говорят, ой, ну мы там аккуратно ездим. Вы аккуратно ездите, а кто-то неаккуратно ездит, поэтому берегите своих детей. Вот, с установкой с вами разобрались. Вот, это кресло использует систему Isofix. Вообще новый стандарт, он по большому счету подразумевает обязательное наличие его. Если нет Isofix, вот как я сейчас показал, кресло поставили, пристегнули. Если есть Isofix, пожалуйста, выдвигаем и его уже дальше пристегиваем. Это дополнительное крепление, это не основное, поэтому даже если вы просто забыли его вот в какой-то конкретной поездке пристегнуть, вообще не парьтесь, уровень безопасности с и без в 2-3 категории, он разница... с зафиксом и без, небольшая. Поэтому вообще не парьтесь, все нормально. В следующий раз пристегнете, ничего страшного в этом нет. Кстати, по уходу за материалом сразу давайте добавлю момент. Ткань очень сильно садится, если вы стираете выше 30 градусов. Поэтому сняли машинку или вручную в теплой воде, простернули, одели. Если температура будет выше, он сядет, и вы его вообще не оденете. А по гарантии этот вопрос не решается. Это не гарантийный случай, это ваша вина. Поэтому вот за этим моментом следите. Так, в принципе, по большому счету, всю информацию, которую хотел донести, донес. В двух словах, мое мнение, Cybex и перевозка детей безопасной в автомобиле, это, как говорится, знак равно. Поэтому... абсолютно смело рекомендую модель. Это не дешевое кресло, вообще не дешевое, но и не самое дорогое, не старшее в линейке. Поэтому среди самых лучших кресел оно одно из таких, вы знаете, цена, безопасность, вот очень хорошо, плюс имя, да, ну и здесь Cybex, само собой, да. Вот, поэтому оно достаточно интересно, на вторичке его легко продать, оно удобное, безопасное. Кстати, очень мягкая. Действительно, ткань вот сделали так, что она вся прям мягенькая. И в дальней дороге прям хорошо. Вот. Ну, собственно, выбор, естественно, как всегда, за вами. Кстати, ссылка на это кресло, на магазин «Мир автокресел» в описании. Если что-то хотите заказать, можете заказать его и еще какой-то, может быть, присмотрели. Заказывайте два, можете вообще другой бренд взять. Два привезут, вы уже выберете, одну оставите, а одну курьеру везет. Вот такая опция в «Мире автокресел» тоже присутствует, поэтому пользуйтесь. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам хорошего, грамотного, и самое главное, безопасного кресла выбора для вашего ребенка. И, собственно, удачи на дорогах. Всего доброго.